Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. 419 конгрессменов поддержали документ, трое высказались против. Теперь его направят в Сенат. После утверждения передадут на подпись президенту США Дональду Трампу. Проект вводит новые ограничения на сотрудничество граждан США и американских компаний с российским энергетическим сектором, в том числе и в сфере строительства магистральных трубопроводов. Также санкции повлияют на другие важные секторы российской экономики, включая продажу оружия. При этом документ запрещает президенту США единолично смягчать или отменять санкции без одобрения Конгресса. Этот документ ощутимо усиливает нынешние санкции против Северной Кореи, Ирана и России с целью заставить правительства этих стран прекратить дестабилизационные действия. Российская часть этого пакета особенно важна. Москва грубо нарушила международное право, вторгшись в Украину и вмешавшись в американские и европейские выборы. Санкции – явный признак того, что Соединенные Штаты намерены привлечь президента Путина и его близкое окружение к ответственности за их действия. Документ также подтверждает, что Конгресс может и продолжит действовать в этом направлении дальше, даже если от этого откажется президент Трамп. Цена агрессии России против Украины должна увеличиваться. Принятое решение Конгресса США о санкциях очень важно, отметил президент Украины Петр Порошенко. Стабильно контролируемая и без тенденции к обострению. Так в штабе АТО называют ситуацию на передовой. Потерь среди украинских военных нет, сообщается в утренних сводках. За сутки боевики более 20 раз нарушили режим тишины. Обстрелы в основном были короткими, поскольку украинские защитники мгновенно давали отпор. Один раз российские наемники выстрелили из танка по Красногоровке, это Мариупольское направление. Два десятка мин выпустили по Пескам, поселку возле Донецка. Самый оживленный рубеж – Луганский. Так, с 18 часов и до полуночи наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Луганском направлении. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы по украинским укреплениям неподалеку станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка бандформирования дважды вели огонь из вооружения БМП и минометов 82-го калибра. А около 11 вечера вражеский миномет 120-го калибра работал в районе Новотошковского. Провоцируют боевики не только обстрелами, отправляют лазутчиков, которые пытаются подойти к украинским опорным пунктам. Накануне на Луганщине военные зафиксировали очередную группу диверсантов из 5 человек. Пехотинцы остановили ДРГ огнем. Больше провоцируют. Больше идет от них как провокация, чтобы мы открывали огонь. Ну, взять вот вчера около 12 ночи пыталась ДРГ пройти. Корейцы дали нормальный им отпор, чтобы они не прошли на нашу территорию. Позиции вон, вдали у них, там у них укрепление, там же у них и техника. И они пытаются оттуда время от времени по соседнему ВОПу прострелять. Плюс прикрытие ДРГ отвлекает на себя, корейцы, внимание, чтобы ДРГ прошло. Украинских военных будут тренировать по новой армейской схеме «БАРС». Такое решение приняло руководство Вооруженных сил Украины. Обучение включает в себя тактику специальную, горную, рукопашную, огневую и домедицинскую подготовки, а также практическую стрельбу. Рассчитано на подготовку большого количества людей в максимально короткие сроки. Занятия построены на единой психологической основе. Это позволит повысить эффективность военно-профессиональной деятельности личного состава. Система, скажем так, дееспособна. Система дееспособная, она необходима для вооруженных сил. Также она позволит в том числе уменьшить потери среди наших военнослужащих. Потому что здесь учат, каким образом действовать на поле боя, как себя вести и как избежать по возможности потери. МИД России требует допустить дипломатов к задержанному Виктору Агееву. В ведомстве напомнили о консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года. Считают, Киев, лишая военного права на защиту, нарушает документ. Ранее в Минобороны РФ заявили, контрактника Агеева в армии нет. Напомню, месяц назад украинские бойцы на Луганщине задержали группу диверсантов, среди которых был и ефрейтор Виктор Агеев. В Украине российскому наемнику инкриминируют статью о терроризме. Сейчас он в СИЗО Старобельска.
В оккупированном Крыму второй день суд допрашивает Ахтема Чигоза. Российская власть обвиняет заместителя председателя Меджлиса крымских татар в организации митинга в поддержку территориальной целостности Украины в феврале 2014 года. Накануне на первом допросе Чигоз рассказал о предпосылках событий 25 и 26 февраля и объяснил, почему крымские татары вышли на акцию, подчеркнув, Меджлис всегда действовал мирно. Допрос Ахтема Чигоза идет очень подробно. Мы еще даже не подступились к событиям ни 25, ни 26 февраля, поскольку нам необходимо было раскрыть перед судом все, скажем так, аспекты деятельности Меджлиса. Упор был сделан на то, что Меджлис всегда действовал исключительно мирно, достигали крымские татары своих политических интересов исключительно мирным, ненасильственным способом. И таким образом тезис о том, что в Меджлисе были какие-то экстремистские взгляды или действия, абсолютно показаниями Ахтема Чигоза не подтверждается. Современные супергерои, хранители страны. Графическую новеллу о бойцах АТО презентовали в Киеве. Это уже четвертый номер украинских комиксов из 10 запланированных. В первых трех выпусках события разворачиваются на Донбассе в новом месте действия – оккупированный Крым. Графическая новелла, которая рассказывает о противостоянии страны Краины со страной Тайган. Идет борьба за артефакты. У артефактов есть предназначение. Они, когда находятся в различных частях света, они сохраняют мир и спокойствие во всем мире. Такой сюжет разворачивается на страницах комикса «Хранители страны». Главные герои – современные украинские и крымско-татарские воины с историческими позывными «Кыщек», «Харыв» и «Лыбедь», а также «Аскер», «Джаникей» и «Мустафа». Прототипом последнего стал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Этот человек, через глаза которого все узнают о Крыме. Вся его жизнь – это борьба за народ. Он провел 15 лет в советских лагерях за то, что он стоял за принципы. До сих пор сегодня он лишен возможности быть в Крыму, на земле, за которую он боролся всю жизнь. Остальные образы – собирательные, прототипы бойцов АТО. Они борются за свободу и целостность страны. Всех героев, а также сюжетную линию авторы согласовывают с пользователями соцсетей. Каждый номер заканчивается победой добра над злом. Чтобы поддержать дух бойцов на передовой, волонтеры передают комиксы и для них. Для того, чтобы наши ребята, которые отдают реально свои жизни, потому что мы видим в сводках, это каждый день погибшие, каждый день. И чтобы они могли противостоять этому противнику, вот эти комиксы как раз это материализация того, что мы можем хоть как-то, хоть чуть-чуть помочь этим ребятам. Выдуманные истории в комиксах построены на реальных событиях, которые разворачиваются в Украине. Новеллы планируют также распространять по школам, чтобы подрастающее поколение знало и гордилось реальными современными супергероями, которые защищают родную землю. Следующий, пятый номер комиксов выйдет в сентябре. Всего их будет 10. Олеся Гурбик, Владислав Посудевский, UATV. В среду, 26 июля, на НСК «Олимпийский» Киевская «Динамо» начинает свой турнирный путь в новом розыгрыше футбольной Лиги чемпионов. Соперником киевлян в третьем раунде квалификации станет вице-чемпион Швейцарии команда «Young Boys». Год назад они на этой стадии соревнований выбили из борьбы донецкий «Шахтер». Успех хотят повторить, но уже с «Динамо». Подопечные Александра Хацкевича в последнем матче чемпионата Украины победили «Шахтер» с минимальным счетом 1-0. Домашний матч против «Young Boys» «Динамо» начнет в 19:30. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь с UATV. Мы расскажем больше уже в следующем выпуске новостей.